Впервые в Карагандинской области чествовали всех обладателей Алтын-Бельги этого года в историко-культурном центре первого президента Республики Казахстан. Из почти 5500 выпускников только 74 удостоились аттестата со знаком высшего отличия в учебе. С волнением и тревогой следят за происходящим в зале выпускники и их родители. Сегодня подводится итоговая черта их 11-летнему пребыванию в школе. Они самые достойные. Вы сегодня гордость нашей области, молодые представители интеллектуальной элиты. На вас всех перспективных молодых людей мы возлагаем большие-большие надежды. Уверен, что пройдет совсем немного времени, и вы внесете свой достойный вклад в развитие нашей страны. Алуа Махметова из школы «Муракер» среди лучших стала самой лучшей. Набрала по итогам ЕНТ самый высокий балл в области – 123. Правительство уделяет очень большое внимание модернизации учебного процесса. Будущее нации за высокообразованными, интеллектуально развитыми людьми. Талантливых и способных сегодня начинают выдвигать. К их идеям, направленных на позитивные изменения, прислушиваются и притворяют в жизнь. Начинается время деятельного и востребованного человека. Сегодня создана уникальная система обучения особо одаренных детей. Только в нашей области работает 7 школ-интернатов, более 40 гимназий и лицеев. В этом году открыта Назарбаев школа в Караганде. Сегодня по техническому оснащению карагандинские школы выше среднереспубликанского показателя. Все это позволяет добиваться высоких результатов. В этом году учащиеся школ области завоевали 42 медали на международных и республиканских олимпиадах и конкурсах. Эти достижения – заслуга учителей и родителей тоже. Очень важно, чтобы этот выбор был правильным, чтобы вы стали востребованными, конкурентоспособными профессионалами своего дела и внесли, я убежден, внесете достойный вклад в процветание нашего Казахстана. Первая ступень во взрослую жизнь преодолена. Мечтам и желаниям суждено сбыться, если приложить собственные усилия и знания, полученные в школе. Сегодня я получила бомбу настроения. Было очень даже, не могу даже словами выразить, даже слеза мне, не знаю даже, очень классно было. Хотела стать актрисой, потом подумала и посмотрела на мир, экология. Я хочу стать экологом Казахстана. Первый серьезный задел в будущую жизнь сделан. Дорога под ногами в добрый путь. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский.